Всем привет! Вы находитесь на канале iHouse ThermoPlus и с вами Олег Кузьмичев. Сегодня будут ответы на вопросы, на комментарии именно по утеплению фасада здания. Про трехслойные стены, почему не надо делать на замкнутые воздушные прослойки. Кстати, это бомба. Вы увидите сами реальное сопротивление теплопередачи этого утепления, потому что оно намного ниже. Вопрос, почему мы все-таки делаем именно выравниваем стены и приклеиваем под гребенку. Кстати, вот здесь полностью сериальчик есть такой, вот здесь подсказка такая, утепление фасада без ошибок. Кому надо, можете посмотреть, без разницы, перплитами будете утеплять или пенополистиролом, или экструзированным пенополистиролом. Но в принципе все это надо также делать. С наименьшими мостиками холода, так что советую посмотреть. Ну вот. Мы его прикрепляли под гребенку. Первое. Это срок службы фасад здания. Вот если там пустота, а это уже стена неоднородная, всегда все, что неоднородное, включает воздушные прослойки или какие-то включения, это всегда плохо. Это надо избегать. И чем плохо? Ну вот, например, у вас там пустота. У нас есть динамические нагрузки ветра. Вот представьте, пустота и ветер, там порывы ветра 15, 20, 25 метров в секунду. Они начинают плавно давить. У вас начинает фасад весь вибрировать. Где трещины пойдут? Да, в первую очередь по швам. Второе. У нас есть также нагрузки, это вибрации. Самолеты ездят, машины, земля сама вибрирует. Это все равно всегда все что-то в движении. Различные расширения от солнечной радиации. Вот это первый ответ на этот вопрос. Второе. Вот представьте, вы сделали замкнутыми воздушными прослойками. И все лечат нас, что от этого будет еще сопротивление теплопередачи выше. На самом деле оно ниже примерно на 70%. То есть мы ухудшаем защиту здания. Почему? Вот у нас, например, гриб. То есть мы сделали замкнутые воздушные прослойки. Там у нас тычки. Через тычки проходит гриб. Это вопрос еще, если правильно сделают люди, потому что где-то и мимо этих тычков эти грибы. Проследить его невозможно, невозможно, потому что это скрытые работы. Ну, допустим, сделано все правильно. Гриб, пускай даже он будет из стекловолокна хороший там, или еще что-то, он имеет все равно как мостик холода, даже пластик. Он проходит через тычок. Тычок, он получается внутри воздушной вот этой прослойки, он более холодный, и у вас воздух там само по себе уже холодный. Не говорим уже о том, что здесь у нас, где мы через утеплитель проходит гриб, все равно, как вы его там не сверлите, как не пытаетесь заклеить, все равно у нас здесь идет конвекция воздуха, плотности. Ну а теперь, сейчас вы увидите слайды и выступление Ващенко Дмитрия, это директор или интеллект-сервиса, город Белгород. Вот интересная система, утепление фасадов наружное. У нас стандартная система в России, которая заложена, это взяли 5 дюбелей, грубо говоря, забили, да, метр на метр, утеплитель, прибили к стене, все классно. Только ничего не получается. Мы после таких испытаний понимаем о том, что это утепление бывает даже ухудшает конструкцию, то есть, как говорили предыдущие докладчики. Берем старый дедовский способ, МДС, 55 ранее существующий. Когда мы клеим утеплитель и правильно его монтируем, то есть убираю все зазоры, убираю вот эту неоднородность, мы достигаем проектных результатов только тогда. Мы выходим на проектные результаты. Почему? Потому что сам пенополистирол, он влагу не впитывает, он примерно соответствует тому, что оно есть. То есть только так мы достигаем результатов. То есть видите здесь, как делается, то есть даже какой-то шов появляющийся, мы его просто, ну, грубо говоря, пытались чем-то залить. Объясните, а как вы здесь добиваетесь? То есть, ну, что раньше она не клеилась, и там воздушные потоки возникают? Да, там возникают воздушные потоки. Ну, просто дюбеля, мостики холода. Да, мостики холода через дюбеля идут. То есть, допустим, мы убираем, мы заменяем, допустим, дюбеля с металлической сердцевиной, забираем на стеклопласт. То есть уже меняем подход. Спасибо. Другую сделаю. Да ничего страшного. Плюс у нас очень интересным способом мы испытывали влияние воздушных прослоек в ограждающей конструкции. То есть у нас все говорят, что воздух, да, в конструкции, когда заложен, все хорошо. Но воздух должен быть заложен правильно. Если, допустим, в стеклопакетах он еще как-то работает в конструкциях, ну, мы этого не встретили. То есть, когда мы берем, монтируем обычный утеплитель, грубо говоря, на конструкцию, каменную, стандартную, то делаем два варианта. Первый, мы приклеиваем по МДС к несущей стене, как от нас требуют это нормативы. И второе, создаем какую-то воздушную прослойку, также герметичную, там, закрываем как можно.
получается тем, что когда мы его приклеили к несущей стене, мы выходим на проектное значение, то есть расчет. Когда мы его сделали с какой-то воздушной прослойкой, опять же начинаются вот эти движения всяких потоков, причем мы это испытывали на пятиэтажках, которые реконструировались. То есть полностью дом, утепление его, как оно полагается, там делают. Эти испытания мы проводили в натуре, не только на макетах. Ну, тут видно, как это монтировалось, и что в итоге получается. То есть идет определенная погрешность. Просто существует. Значит, у нас очень много жилого фонда, наружная поверхность – это график практически. И вот с ваших позиций, какой в этом случае оптимальный будет технология, которая минимизирует потери? Потому что не очень... Понятно, как вы для старых зданий имеете в виду, для старых зданий, да? То есть у них неровная поверхность, и вам надо их утеплять, да? Герметичность утепления. То есть утеплитель должен быть, в СНИПе написано как? Утепление должно быть неразрывным. Утепление должно быть неразрывным. Утепление должно быть неразрывным. Комментарии, думаю, излишние. Для чего нужно выравнивать стены и для чего нужно клеить утеплитель под гребенку всей плоскости, чтобы он это был единое целое с конструкцией здания. Теперь отвечаю на вопросы, кто задает именно по трехслойным стенам. Чтобы сделать узел примыкания сначала, именно чтобы у нас через фундамент не было мостик холода, потому что в основном туда ставят, этот узел очень дорогой. Мы их разработали, мы знаем, как это сделать, но это дорого. Если вы обратитесь к какому-то проектировщику, в основном вы просто вам скажут, вот лапу делайте бетонную и на нее опору. Это первое. Второе, посмотрите на слайд, какое у вас будет сопротивление теплопередачи от расчетного. Вот внизу, в углу. И так как вы любите устраивать тендеры и ищите, кто вам подешевле сделает, те люди просто гонятся за объемом, качество-то наплевать. Они не приклеют, опять же, утеплитель к стене. Ну, это проблематично, когда выкладываешь трехслойную стену. Они даже в большинстве случаев его просто накидывают. Если это пенополистирол там, или какой-то жесткий устей, это утеплитель, то они вот такими тычками, вот видите на фотографиях, вот так его склеивают, не более. Там получится, скорее всего, даже не 1,7,7, а единица сопротивления теплопередачи. И самое главное, что такие конструкции, они не жизнеспособны. То есть проблема у вас начнется где-то через 15 лет. В основном так у всех начинается. Начинается эта конструкция, она живет сама по себе, своей жизнью она нагревается от солнца. У нее расширение. И она начинает каждый год давать трещины. И через 15 лет уже, говорю, будут у вас проблемы. Это уже проверено практикой, можете в интернете много найти на эту тему. Как лучше сделать фасад, если все-таки реально хочется нам сделать фасад, чтобы у нас был там кирпич? Покупайте фасадную плитку специальную, она разного формата есть. Это есть клинкерная плитка, есть из архитектурного бетона. Самое главное, чтобы она должна быть легкая, толщиной не более 8 мм. Все, вот такой выход. И самый оптимальный вариант, это вообще уже на утеплитель приклеить готовые термопанели. Стоимость их там от 2500 за панель и до 5 на любой вкус, какой вы хотите. Дополнительно будет теплоизоляция. Многие задают, какой утеплитель лучше. Ну, на этот вопрос должны вы сами себе ответить. Какой вам больше, наверное, подходит под вашим критерием? Потому что запросы у всех разные. Кому-то нужна долговечность, надежность, адгезия хорошая, кому-то нужно там еще что-то. На этот вопрос ответить вы должны задать себе и ответить, что вам нужно от утеплителя. Сразу давайте отвечу на вопрос по базальтовой плите. Тоже вот говорят, что типа она лучше, теплее. На самом деле это не так. Базальтовая плита, если по бумагам у нас расчетная получается там одно сопротивление теплопередачи, то у нас по факту оно совсем другое. Первое, она способна набирать влагу, это уже снижается ее работоспособность. Второе, это неоднородный опять материал. Всегда однородный материал, он лучше, чем неоднородный. Чем она неоднородна? Воздух. Там происходит инфильтрация материала. Ну, вот если вы положите горизонтально каменную вату, то вылейте туда чайник с водой, вода же протечет.
в любом случае она протечет. Вот так же происходит инфильтрация воздуха. То есть, если у вас стена примерно 20 градусов на границе с утеплителем, а на улице минус 20, то чем больше разница у нас получается 40 градусов, получаются тепловые потоки воздуха. Они идут от теплого к более холодному. Открываете форточку зимой и открываете летом. Разницу, наверное, чувствуете, какая тяга. Так что в каменной ватце происходит инфильтрация. То есть как по горизонтали, так и по вертикали. То есть это опять же снижает ее фактическое сопротивление теплопередач. Я занимаюсь еще зимой тепловизионным обследованием. Мне попался 3 года назад дом, который надо было обследовать. Не знаю по каким причинам. Половина стены у них ППС фасадным сделана, половина базальтовой плитой фасадной. Плотность, по-моему, там 120 была. Ну вот, температура на улице была в районе 12 градусов, насколько помню. Ну и что мы начинаем мерить тепловизором? Поверхность. То есть там швов не видно, все сделано качественно. Но где вот была базальтовая плита, температура была минус примерно там 10,5 градусов. Где был пенополистирол, там был минус 11,5 градусов. То есть в базальтовой плите идут потоки, нагревают штукатурку, и она из-за этого получается теплее. Дальше по пенополистиролу. Если вы покупаете фирменный, ну, известных производителей, то расчетное, оно по бумагам, оно будет сходиться. Если вы покупаете дешевый на базе неизвестного производителя, то у этого производителя нету никаких лабораторий, нету контроля качества. И там значение, ну, берите сразу минус 40%. Вот так получается. То есть дешевый сыр вам бывает только в мышеловке. И если вы все-таки решились покупать более дешевый материал, то значит его надо покупать не 100 мм, а 150. Теперь сразу отвечаю на вопрос, для чего нужны четверти. То есть четверть, когда утеплитель заходит друг на друга, вот он заходит, фактически мы перекрываем вот этот зазор, который мы заполняем клеем пеной, шприцуем его, и мы этим самым снижаем теплопотери. Это если по теплотехнике. Второе, это они друг друга держат, эти плиты, потому что они связаны в замок, и можно применять меньшее количество грибов. Вот что я могу сказать, в чем хороша четверть. Потому что если у вас просто будет прямой шов, у вас через эти швы все равно будут выше теплопотери. Теперь сразу скажу про частые ошибки всех начинающих строителей своего дома, когда выбирают утеплитель. Почему-то все измеряют его в кубах. В кубах измерение идет для того, чтобы для логистики. Сколько кубов влезет в ту или иную машину, не более. Вы измерять должны стоимость материала не в кубах, а в квадратных метрах, потому что вы же не кубами будете его перекрывать. И вот не очень корректное сравнение, когда говорят, один куб пенополистирола стоит столько, а перплиты вот стоит столько-то, там, в 2-3 раза. Ну, почему это некорректно? Потому что сопротивление теплопередачи, например, 100 мм, соответствует 180 мм именно пенополистирола. Фактически вам надо перплиты купить один куб, а пенополистирол 2. Далее. Никто не считает грибы. Ну, думают, они копейки стоят. А на самом деле, если так набрать, их можно набрать на 100 тысяч на один фасад. Это дорогая штука. Мы говорим про качественные грибы. Не те, которые вот руками можно из стенки выдернуть. И не у которых шляпки выворачиваются наружу. Должен быть качественный пластик, хорошая термоголовка для термозащиты. Или они должны быть стеклопластиковые, но они опять стоят очень дорого. Вот, например, если взять для плиты, для пир-плиты 120 мм, мы берем винчиваемый, чтобы винтить еще его на 20 мм. Гриб стоит примерно 20 рублей. Вот представьте, нам надо на квадратный метр 1,5 гриба. Сколько нужно грибов и какая будет стоимость, если у вас будет 200 мм? Чем длиннее, тем дороже. А на пенополистиролах нужно, ну, на 1 квадратный метр минимум 5.
Вот такая арифметика. Если вы два слоя будете утеплять, то второй слой вам за бесплатно никто не будет делать. Это также ложится на работу. И опять же, если вы второй слой утепляете, там опять неоднородность, там опять воздушные пазухи. Надо его тогда приклеивать на клей, опять под гребенку, но тут надо учитывать, попадет этот слой в зону промерзания или не попадет. Потому что если он всегда будет в теплой зоне, ничего страшного. А если он попадет в зону промерзания, то это будет очень плохо. Из-за этого лучше закрывать именно в один слой. Дальше ППС, четверть. Я вам скажу, сколько стоит изготовить четверть. Можете, конечно, изготовить ее сами. С одного листа 220 рублей. Заказывать лучше, если ППС, то именно большой толщины, чтобы утеплять в один слой. Все остальное то же самое. Про экструзированный пенополистирол. Но у экструзированного пенополистирола есть большой недостаток, это адгезия. Даже когда мы его зашкурим, там, затрем, все равно у него адгезия не очень хорошая. Так что лучше, наверное, с ним не связываться. Но это лично мое мнение. Свое мнение можете написать в комментариях. Очень много было вопросов от подписчиков именно применение пирплит в качестве несъемной опалубки для отливки дома своими руками, именно монолитного. Что на это скажу? Заказывайте желательно шип пазом. Шип должен стоять всегда вверху. Проклеивайте с двух сторон. Шприцуйте, чтобы туда не попало молоко. Материал вообще отличный. Заказывать единственное надо заранее. И желательно больших размеров. 1200 на 2400 на 1200. Заливать не более 90 сантиметров в высоту, или иначе вы не справитесь просто с бетоном, разопрет у вас все. То есть для этих целей материал отличный. Как защитить его снаружи при работе от грязи? Ну, купите пленки, сделали один ряд, скотч, лента, там чемодан обматывают, обмотайте его. Я думаю, все будет нормально. Можете пленку белую или черную купить, чтобы он не выгорал, если уж на то пошло, и также обмотать скотчем. Единственное, не смотрите Технониколь, потому что там дорого, и там реально цены дороже, и уже проверенный материал, уже как бы мне первый раз не с ним работаем, это производство компании Пирогрупп. Единственное, когда будете заказывать, не соглашайтесь, когда вам будут предлагать первый сорт. Первый сорт — это брак. То есть только высший сорт. Также не покупайте пирплиту с обкладкой бумага. То есть, я не знаю даже для чего ее там используют, но при попадании влаги вот этот верхний слой, он получается как в кашу какую-то. Так что стеклохолст — самая нормальная штука для этих целей. Еще у нас один подписчик, это подписчики некоторые задают вопросы по окнам. Сейчас я вам покажу окна. Если вы хотите именно энергоэффективный, с теплоизоляцией, в принципе, мы разобрались, с теплоизоляцией разобрались, и энергоэффективный дом построить класса Б очень легко. Вот посмотрите материал, монолитный дом, плюсы и минусы, плейлист. Узнаете, из чего лучше построить дом. Итак, у нас еще есть слабое место — окна. Вот это есть профиль Рихау Гинео. Всем удачи и берегите себя от коронавируса. Пока.